Сегодня мы активно работаем над созданием еще одного музея. Музея города воинской славы. И просил бы вас всех тоже к этой работе подключиться, потому что это будет еще один центр, где будут передаваться опыт, традиции, будут развиваться новые инициативы и движения. Я от души поздравляю с наступающим новым 2016 годом. Желаю вам самого доброго здоровья, чтобы еще много-много-много праздников мы встретили вместе. Участникам войны, труженикам тыла, а здесь большинство таких, слова особой благодарности за 2015 год, в котором мы сделали очень многое. Оставили добрый след в жизни и истории города Хабаровска, построили площадь города воинской славы и на века увековечили вклад города Хабаровска в великую победу и в победу во Второй мировой войне. Это ваша заслуга. Добра вам и счастья, а бокал этот я поднимаю за ваше здоровье. Успехов вам! Спасибо!